Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось подготовительное заседание по поводу апелляционной жалобы группы узников. 2 апреля руководителя аппарата партии Мусават Арифа Гаджилы, руководителя молодежной организации партии Турала Баслы, заводилом партии Народного фронта Фуада Гахраманова и заместителя главы партии Мухаммеда Маджидли в отношении приговора, вынесенного 3 октября Сабаильским судом. На суде защита ходатайствовала о том, чтобы осужденные не содержались во время суда за решеткой, а сидели рядом со своими адвокатами, а также о ведении фото-видеосъемки, привлечении дополнительных свидетелей, замене меры пресечения на домашний арест. Судья отклонил все ходатайства. Рассмотрение жалобы назначено на 5 декабря. Напомним, что вышеназванные лица обвиняются по статье 233 Уголовного кодекса «Организация действий, направленных на нарушение общественного порядка». Решением Сабаильского суда руководитель аппарата партии Мусават Ариф Гаджилы, руководитель молодежной организации партии Турала Баслы, заместитель главы партии Народного фронта Мухаммед Маджидли приговорены к 2,5 годам лишения свободы, а заводделом партии Народного фронта Фуад Гахраманов к 2 годам лишения свободы условно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.